пока что я смотрю, езжу по Японии, смотрю, как все устроено в японских ресторанах, и, ну так, устраиваю для себя какую-то... Но пока что у меня сейчас на первом плане стоит фигурное катание, потом это уже будет после спорта, я думаю. Загидова選手は 9日, スケート選手としてのキャリアが一段落した後に、 ロシアで日本食レストランを経営したい考えを明らかにしました。 Супрамен, он очень вкусный для меня, но без свинины или там говядины у вас. То есть мне специально делать с курицей. Я всегда прошу с курицей, поэтому вот это для меня сейчас, на данный момент, любимое блюдо из Японии. Аригато гозаимасу, естественно. ザギトワ選手は特に鶏ガラのラーメンが一番好きだと強調し、本格的な日本食メニューを展開したいという思いを語りました。